Сейчас мы отправляемся в подводное путешествие. Длительность примерно от 30 минут, поэтому целых 30 минут я буду под водой и смогу подняться наверх. Счастливый, накупавшийся, выживший. Я поднимаюсь вверх. Он такой теплый, этот пол. Так хорошо, что он под водой не разбивает. А теперь идемте и поделимся впечатлениями. Ничего не утаю. Ну вот, мы и снаружи. Мы вернулись из подземных глубин и посмотрели интересные места. Под водой все абсолютно по-другому. Это должен попробовать каждый. Морской якорь, который Слава очищал ножом. Он прям-таки его от всего еще поменял местом. Я думал, что якорь нельзя будет поднять, но тем не менее, он его сдвинул даже в одиночку. Там находился противотанковый еж. Как они его туда заперли, непонятно. Ни танков там не видно, ни пушек. А еж там есть. Приступы паники. Они начинаются практически сразу. Прямо вот так перед камерой в маску. Так. Ничего практически не видно. Но мы сделали лучшие кадры. Только для вас. При спуске начинают давить давление. И необходимо продуваться. Но мне это не помогло. Подступали вот эти вот приступы давления на уши и паники. Плюс еще наполнялась водичка в маску. И приходилось приподнимать маску вот так вот чуть-чуть. Вверх придерживать, вниз приподнимаем. И выдувать носом воздух, тогда вода из маски уходит. Пока я научился все это делать, пошло минут, наверное, 5-10. И только потом я привык, адаптировался. И мы продолжили наш глубинные пути погружения к интересным местам. Сталин был, Ленин. Мы их всех пообнимали, поцеловали, погладили по их шевелюре и стены. Ах, я снимаю. Где как человек креветка был? Боже, как же хорошо, когда тепло, солнце. Как-то все-таки на поверхности привычнее.